дорогі друзі, як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – новорічні свята в житті православного християнина. І у нас в студії Ірей Максим Меркулов, священник Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці. Отець Максим, здравствуйте. Здравствуйте, браті і сестри, Анета. Благословите, батюшка. Бог да благословит всех нас, спасибо, Господи. Отец Максим, мы встречаемся с вами в самый канун Нового года. До Нового года остается совсем немного. Все пространство пронизано этой новогодней суетой, предновогодней суетой. Но мы знаем, что, друзья мои, не будем забывать, что все-таки идет рождественский пост, его никто не отменял. И поэтому хотелось бы нам... Правда, друзья? Хотелось бы. Вот давайте послушаем из уст батюшки, отец Максим, из ваших уст, услышать, как все-таки не подвергнуться этой суете и Новый год весело встретить, ну и все-таки и рождественский пост, не соскочить с него. Новый год – это, конечно же, праздник особенный, праздник детства. Человек, который не воцерковлен или не церковный, он не задается вопросом, как мне встретить Новый год, если в церкви пост. Естественно, он его встречает, потому что это вошло в его жизнь как бы с детства. Когда человек начинает воцерковляться, задуматься о своей духовной жизни, о спасении своей бессмертной души, конечно, начинают возникать разные препятствия. И одно из этих вопросов, препятствий – это «Как мне встретить Новый год?» Ведь вроде бы сейчас пост, надо и попоститься, или я уже пощусь. И, значит, на самом деле Новый год – это всего лишь та смена чего-то старого на что-то новое. Мы встречаем Новый год – мы не можем, как бы, встретив Новый год, мы не можем нарушить и свои какие-то духовные законы и правила. Все зависит, как мы будем к нему относиться. Всегда Новый год попадает действительно в рождественский пост, в тот период, когда человек должен подумать немножко о своей душе, немножко остановиться, чтобы взглянуть внутрь себя и что-то внутри исправить. Но чаще всего человек, он суетится. Он настолько суетлив, и как раз пост помогает вот нажать на педаль, которая называется «стоп», чтобы немножко посмотреть в себя, вглубь себя. Естественно, пост – это и тот период, когда немножко нужно и принести покаяние. Но рождественский пост – это пост, можно сказать, как бы такой духовной радости. Потому что с окончанием рождественского поста мы... встречаем великий праздник Рождества, рождение в мир Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, Спасителя мира. Поэтому он не настолько строг, он радостен и наполнен многими праздниками. Декабрь – это такой месяц, когда практически каждую неделю, а может и два раза в неделю, какой-то церковный праздник, память какого-то святого или дунадесятый праздник. Новый год – это гражданский Новый год, это праздник семьи, праздник детства, потому что детей мы не заберем из этого праздника. Детям нужна елка, детям нужно веселье, хороводы. Когда человек растет, он должен и взрослеть, должен понимать, как бы для него Новый год – это тоже детство, или это уже как бы немножко праздник, который я должен провести по-другому, если особенно я человек церковный или верующий. Новый год, он не препятствует встреча Нового года не препятствует быть верующим, оставаться им. То есть мы можем встретиться в период с 31 декабря на 1 января вокруг круглого стола, который наполнен разными там постными яствами, пообщаться с друзьями, поделиться какой-то интересной информацией, вспомнить юношество, детство. А можно встретить Новый год, всю ночь видеть пьяные лица друг друга, нетрезвые лица друг друга. То есть все зависит, как
я этот Новый год, ну, как я к нему отнесусь. Поэтому для православных христиан сегодня в традицию вошло вот встретить Новый год, прославляя Господа Бога. И даже в нашей церковной жизни входит такой вот, такая традиция, чтобы литургию служить именно с 31 на 1 января, служить литургию как благодарение Богу. Ведь в первую очередь, что должен человек в этот период сделать, это поблагодарить Бога. Поблагодарить Бога за прошедший год, попросить благословения для того, чтобы встретить Новый год и с Божьей помощью жить его, стараясь благочестиво. Поэтому многие христиане встречают Новый год, стоя в храме и молясь Господу Богу, благодаря Его, хваля Его, славя Его, прося о чем-то. Многие православные семьи, вот как я уже говорил, встречаются за столом в кругу семьи и тоже как бы вроде бы спокойно, тихо встречают этот Новый год, который ну, не может еще уйти из их вот такой жизни, к которому они привыкли так. Поэтому каждый человек вот сам выбирает, как встретить Новый год. И мне кажется, это дело совести. Совести каждого человека, каждого христианина. То есть есть многие варианты, как это сделать, о которых я только говорил, и пусть каждый выберет вот тот вариант, который ему подходит. Отец Максим, но главное, что Новый год встречать можно, Новый год встречать, может быть, даже и нужно, и можно и радоваться, ведь радость никто не отменял, несмотря ни на что. И можно поздравлять друг друга, потому что есть мнение среди некоторых верующих, очень верующих людей, что Новый год встречать нельзя. Вот, друзья мои, отец Максим сейчас и сказал, что Новый год встречать нужно. И, наверное, не возбраняется и выпить бокал шампанского. Почему нет? Ну, какой Новый год без шампанского? Ну, если, да, это в кругу семьи, если мы выбрали все-таки вот этот вариант, а не пойти прославить Господа, то, я думаю, это не будет лишним. Но все, опять же, зависит от совести человека. Можно и шумно встретить Новый год, что не будет сильно полезно там для души, а можно и по-разному. Лучше всего, идеал всего, это, я уже сказал, встретить Новый год за Божественной литургией. И вообще мы должны, вот мы люди, можно так сказать, неблагодарные. То есть мы не благодарим Бога. А это мы должны сделать в уходящий год. А если мы неблагодарны, значит мы невнимательны. А почему так? Потому что когда человек внимательный, он видит в своей жизни проявление вот, присутствия Бога вот, в этой жизни. Если он это видит, он тогда будет благодарить Бога. Если он... за что мне благодарить Бога? Вот я могу там благодарить удачу какую-то там, которая мне там помогла. А мы должны благодарить Бога, вспомнить, что действительно, вот как раз пост в этом нам и помогает, что мы должны остановиться от своей суеты, взглянуть внутрь себя и посмотреть, действительно, практически каждый день вот здесь Господь мне помог. И вот здесь Господь мне помог, здесь Он меня защитил, здесь Он мне в чем-то как бы подсказал, вот, и благодарить Бога. Слава Богу, что вот так вот, ну, было что-то тяжелое, было что-то хорошее, было что-то веселое в этом году. Слава Богу за все. Вот это вот, вот самое лучшее, что мы должны вот, как бы, в первую очередь сделать, провожая этот уходящий старый год. Многие говорят о том, что спасибо, вот вы сейчас обмолвились, спасибо случаю, спасибо судьбе и так далее. Это все так немножечко слишком по-земному, да, потому что на самом деле слава Богу за все. Ну, конечно, в жизни христианина, в жизни человека существует промысел Божий. В жизни человека может быть, ну, который... В жизни каждого человека. Ну, конечно. Просто я же опять же говорю, что человек иногда из-за своей суеты и невнимательности, он не замечает этого. Вот если мы остановимся и посмотрим, размотаем как бы свою жизнь, даже прошедший год, даже прошедший месяц, мы увидим, что действительно вот Бог здесь был участником моей жизни. Если мы только внимательно отнесемся к своей жизни. А если мы невнимательны, то мы верим в какую-то удачу,
желаем какого-то счастья. Вообще, сам я вот скажу, как бы, может, со мной не все будут согласны, но самый счастливый человек – это тот, который имеет Бога в своей душе, который счастлив Богом. И многие говорят, что мы верующие, Бог у меня в душе, но это все формально. То есть, если мы верующие, если вера должна у нас быть действенна, то есть мы свою веру должны проявлять через дела. Вот дела, о которых учит нас наша церковь. Поэтому вот из-за того, что мы невнимательны к себе, суетливы, мы не видим промысел Божий в своей жизни. А промысел Божий – это как раз то действие Бога в нашей жизни. Вот поэтому в первую очередь мы должны поблагодарить Бога. А Евхаристия – это как раз благодарение, то есть литургия. Это как раз то благодарение. Поэтому это встреча Нового года на литургии – это самое выше всего. Но каждый же по мере своей духовного состояния, духовной жизни будет встречать Новый год. И никто его не осудит. Это как бы право каждого человека. Ну, то есть, отец Максим, в ночь с 31 на 1 января в Николаеве, в соборе, или где будет служиться божественная литургия, вот сейчас нас слушают люди, чтобы они могли как-то перестроиться. Ну, в Кафедральном соборе не будет, скорее всего, служиться, но в некоторых храмах, я сейчас не могу сказать, в каких, но собирается служить литургию. Обычно это вроде бы служили и на Васляево храме преподобного Сергия Радонежского, и в храме Великой Мученицы Екатерины, так бы такая традиция была. Как будет в этом году, нужно просто следить за объявлением богослужений. И, конечно же, многие едут, стараются поехать в Почаевскую лавру, потому что там память преподобного Филохия Почаевского, там встретить Новый год. Я знаю многих людей, которые вот своим ходом или с паломниками едут туда для того, чтобы прославить великого подвижника, преподобного Филохия Почаевского, которого память совершается как раз 1 января. Поэтому вот так вот. Отец Максим, будьте добры, Новый год, новогодняя неделя, ну, как-то она получается, что недоеденный салат, ну, все равно люди готовят еду, недоеденные салаты там и так далее. Нужно есть, гулять, но мы знаем, что именно со 2 числа, со 2 января пост становится более строгим, несмотря на то, что это веселый пост, но он усугубляется и уже все воспаряет к встрече Рождества. Правильно? Ну, да, ну пост он не веселый, он просто радостный. Радостный. Ну, в смысле, как бы духовный, да, что это просто он насыщенный многими праздниками, как я уже говорил, и его окончание – это великий светлый праздник Рождества. Насчет еды я же не могу указывать каждому человеку, никто не может этого указывать. Я же говорю, что если человек не постится, то есть он не задается этим вопросом, что ему есть во 2 числа, 3 числа, он себе ест то, что осталось. Если человек верующий, он на Новый год приготовит себе постный стол, который можно есть и 2 числа, там, ну, если убрать там рыбу. Вообще пост заключается, что мы всегда это, об этом говорим, что пост не заключается в еде, в отношении к нашей духовной жизни. Меньше развлекаться, меньше суетиться, а больше взглянуть внутрь себя. Поэтому доедать или не доедать – это дело каждого человека. А действительно, да, вот как раз последняя неделя перед Рождеством – это неделя, которая насыщена особенными богослужениями. Это последняя неделя перед Рождеством, это и Святой Вечер 6 января, как бы день, когда мы тоже обязаны быть в храме, потому что вот как раз предпраздновство Рождества, вот, чтобы ощутить вот это вот, понять богослужение и смысл Рождества, вот мы должны как бы и 6 пойти в храм. Неправильно мы делаем, единственное, что я могу сказать, что неправильно мы делаем, когда мы начинаем разговляться, 6 числа вечером. Святой вечер, да? Да, многие, к сожалению, многие православные христиане вот делают такую ошибку. 6 января, когда все на богослужении должны быть, когда или все возвращаются с богослужения, могут сесть, за, опять же, за последний раз за постный стол.
прославить Господа, который вот-вот уже рождается. А многие, конечно, люди невоцерковленные, не церковные, они вот садятся, собираются не 7 января, когда уже все можно, а именно 6 числа, когда еще вот как раз последний день. Вот тут как раз вот ошибка многих нас. Тем более, что рождественский сочельник – это самый строгий пост. И, по-моему, это выходной день. Собирайтесь 7 числа. Многие как-то вот… Ну, эта традиция вошла так, это, ну, что мы сделаем? Мы только можем говорить, как должно быть. А человека ты ж не придешь, не скажешь, что вот… Отец Максим, бывает по-разному. Вы понимаете, жизнь каждого ставит в какие-то определенные условия, и бывает, что человек попадает в такую ситуацию, когда ему нужно в пост, ну так складывается, он не может отказаться, что ему нужно есть мясо, а человек постится, или в рождественский сочельник он попадает в такое место, где все едят, и если он не будет есть, ну, просто как бы, а ты что, ну, чтобы показывать, чтобы не возгордиться, это допустимо такое, или все-таки нужно укрыться нужно и... поступать по совести. По совести. Если это нас, если мы, нас это обличает, за это наша совесть, если для нас это важно, вот мы должны... Вот, допустим, тоже обычно спрашивают, как нам быть перед Новым годом. Мы верующие люди, начинаются корпоративы и разные там вот все эти собрания. Никто ж не запрещает там быть. Но если ты будешь присутствовать там, у тебя будет соблазн, ты наешься, немножко выпьешь лишнего, но это уже будет как бы твой грех. А если ты будешь просто присутствовать, общаться с людьми, общение никто не запрещает, это не является грехом. Пообщаться с друзьями, обменяться какими-то там пожеланиями и спокойно, твердыми ногами уйти домой и продолжать свою там постную жизнь. А можно соблазниться, а ладно, и будем наедаться со всеми и напиваться. Ну, то есть да, это уже, знаете, то есть, да, нужно везде поступать по совести. Так же самое вот и в этот период, о котором вы говорите, там, сочельник или там другие дни постные. Отец Максим, и уже через неделю мы будем встречать, даст Бог, доживем светлый праздник Рождества Христова. И свет этой Вифлеемской звезды, который тогда сиял, ведь он сияет и сейчас, он не погас. Конечно, мы как говорим, что Христос рождается. Наверное, Христос родился. Христос рождается, он всегда рождается. Поэтому, конечно, когда Христос один раз родился, и этот свет действительно светит всей вселенной, потому что без этого света не было бы спасения христианам, тех людей, которые приняли Христа в свое сердце и живут им, и для них это особые моменты вот, их спасения, спасения их бессмертных душ. Конечно, он светит, и светит радостью, и Христос – это для нас свет, который просвещает тьму нашего сердца, нашей души, вот. Если, конечно, для нас это важно. Многие люди живут же как бы своими понятиями, какими-то своими верованиями, и священник православный может что-то говорить, а он будет все равно делать так, как вот он привык делать. В Рождество? Волхвы принесли Богомладенцу Христу дары – золото, ладан и смирну. И священники всегда напоминают о том, что и каждый человек может принести свой дар рождающемуся Христу. Какой дар может принести, например, бедный человек? Ну ладно, богатый, он может пожертвовать там большую сумму. Бедный человек. Ну, или здесь в духовном мире нет бедных и богатых? Ну, конечно, это все же материальное как бы, понятие. Вот обычно спрашивают, что мне делать, как мне подать милостыню, когда у меня нет возможности материальной. Поддержать человека, подсказать ему или просто обнять, это будет твоя милостыня. Как бы тут и в отношении к Богу мы вот, должны принести как бы, ну, не себя в жертву, а вот... свою жизнь посвятить Богу, или благодарность Богу воздавать всю жизнь. Вот это будет вот этот дар. За то, что Господь дал мне дар жизни, мы же тоже должны благодарить Бога.
Это может делать бедный человек, который не имеет возможности там, пожертвовать на Рождество какую-то определенную сумму там, или купить подарков кому-то там, пожертвовать своим временем. Ведь мы жертвуем своим временем ради Господа, когда в воскресенье мы идем в храм, или в великий праздник мы идем в храм, чтобы поблагодарить Бога, попросить у Него что-то, помолиться Ему, восхвалить Его. Вот так может поступать бедный человек. То есть любой человек, независимо, там, богатый он или бедный, он все равно может принести какой-то дар Богу Христу. Вот, а лучше всего это, конечно же, мы как говорим в богослужении, чаще всего повторяет священник или диакон, сами себе и всю свою жизнь Богу предадим в Ектении. Сами себе и весь живот Господу Богу предадим. Мы должны полностью отдаться волю Божью. Вот так вот Господь меня ведет, я должен этому следовать. Но опять же все зависит от нашей веры. Человек верующий это принимает, неверующий для него это непонятные слова и ненужные. И есть еще один нюанс, когда человек загадывает желание в канун Нового года, в канун Рождества, но так устроены люди, они не могут жить без загадывания желаний, я имею в виду, ну да, телезрители, хочется загадать желание, чтобы все было хорошо, например. Мы можем загадать, попросить у Бога вот так, Господи, сделай так, чтобы все было хорошо. Или нужно уточнять, что хорошо? Ну, если попросить Бога, то мы можем. А загадывать желание, мне кажется, это просто нужно вырасти уже. Загадывать желание, это могут быть дети, но это детское все понимание. А мы должны действительно просить Бога. Мы можем попросить, Господь знает наши нужды, нужды наших родных, близких, Он все знает. Можно одним словом попросить Бога, не надо уточнять. То есть для Бога уточнение не нужно. Не да. Надо, да? Потому что некоторые, ты неправильно формулируешь желания. Нужно формулировать их четко, и чтобы Бог слышал четко, желательно по пунктам. Но опять же, ну, если желание, вот желание, я говорю, для желания мы должны уже вырасти это все в прошедшем. А просить Бога мы, конечно же, можем вот даже и своими словами. Ну, естественно, не желать там всего этого земного счастья, потому что человек, он, опять же, из-за того, что он суетен, он ищет какое-то счастье. Он думает, он купит машину, он будет счастлив, но счастье не приходит. Там, или он думает, что он там поменяет себе место жительства, уедет куда-то, он там будет счастлив, но счастье не приходит. То есть счастье только в Боге. А Бог там, где и мы находимся. То есть Бог рядом с нами. Поэтому, ну, естественно, что мы должны себе желать. Это прощение грехов, спасение своей бессмертной души. Крепкой веры, чтобы жить достойно звания христианина. Вот это выше тех таких желаний, к которым мы привыкли. Там, счастье, здоровье, машинку, там, мужа. Дочке там или там жену, сыну, это все как бы Господь приложит это, если мы будем, опять же, всю свою жизнь отдавать в руки Божьи. Все это приложится, и счастье там, и жена, дочке, сыну и... А если не приложится, значит не надо, да? Ну, конечно, значит, ну, всему свое время, у Бога все в свое время. Вот, если у нас Бог как бы будет на первом плане, все остальное будет в свое время, так вот сказал один из подвижников благочестия. Есть такое изречение: Царствие Божие внутрь нас есть. Это и есть вот единение с Богом? Ну, конечно. Оно же начинается здесь, на земле. То есть то Царство, к которому мы стремимся, Царство Божие, оно же начинается на земле. Если здесь нет этого Царства, то там его тоже не будет. То есть мы здесь должны научиться жить с Богом, в единении с Богом, тогда вот и в дальнейшем, и в вечности будем также счастливы с Богом. То есть, если мы найдем мир сами с собой, тогда и жизнь будет выпрямляться независимо от обстоятельств. Конечно. А чтобы мир найти, это нужно, вернемся к началу, то есть смотреть внутрь себя, остановиться. Вот как раз пост, любой пост дает нам эту возможность. Остановиться от этой суеты, оставить эту суету, взглянуть внутрь себя и понять, кто я на самом деле, и что мне нужно исправить и изменить, чтобы достигнуть мира.
Ну что ж, отец Максим, спасибо большое, что в эти предновогодние последние дни старого 2017 года вы пришли к нам в студию, благословили, просветили, друзья мои. И я надеюсь, что с таким устроением благодатным и мирным мы с вами и войдем в 2018 год. Це була розмова на тему. На все добре.